Педагог – это звучит гордо. В России и во всем мире 5 октября отмечают известный всем с детства профессиональный праздник – День учителя. В Твери в честь этого события в ДК «Пролетарка» прошел праздничный концерт с церемонией награждения лучших представителей профессии. На месте побывала и наша съемочная группа. Ведомственные и региональные награды были вручены лучшим представителям профессии из разных уголков Тверской области. Участие в торжественном мероприятии приняли работники сферы образования, руководители образовательных организаций, ветераны отрасли, а также почетные гости. Профессия учителя – самая главная в мире. Именно самая главная, потому что без учителя будущего просто нет. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено воспитателю детского сада номер 4 «Старицы» Светлане Прокофьевой. Она с трепетом вспоминает своих школьных учителей. В этот день вспоминаем своих учителей, поздравляем их с праздником, желаем им счастья, добра, здоровья. А Светлана Галинович с поселка Спирова уже более 30 лет работает педагогом. Готовит детей к выпускным экзаменам. Учитель русского языка и литературы отмечает, что свою будущую профессию выбрала уже с детства. Как сказал Роберт Рождественский, учителям надо сначала родиться, а потом им стать. Вот со мной так и произошло. Я сначала родилась учителем, а потом им стала. Не зря говорят, какой учитель, такие дети. Так Екатерина Дивакова более 7 лет гордо носит звание учитель. Она отмечает, что любовь и привязанность к столь непростой профессии прежде всего идет от отзывчивости и доброжелательности учеников. В прошлом году я заболела как раз на день учителя. И вы представляете, вот ты сидишь дома, тебе грустно, все учителя встречаются, и вдруг мне приходит видеооткрытка, сейчас это модно, да, вот это все видеопоздравления, мои ребята мне вот такой привет передали, стихи прочитали. В своем приветственном адресе губернатор Тверской области Игорь Уденет также поздравил всех педагогов. Труд педагогов всегда пользовался особым уважением в нашей стране. Вы передаете детям знания, помогаете им определиться с выбором профессии и цели в жизни, формируете их мировоззрение, воспитывая на основе уважения к труду, заботливого отношения и любви к Отечеству. А завершением торжественного события стали номера от лучших творческих коллективов города.